Ну что, саперчик, попробуем побыстречке. Жести говорили, но сам хочет. Да. Ой. Старт, как обычно, классный. Что-то у меня уже не идет тут нифига. Да откройся. Ай, хорош, давай заново. О. И снова четверка. Четверки и тройки. Замечательно. Самые мои любимые цифры. Единичек нет контачащих. Вот двоечка. Уже промахиваюсь мимо кнопок. Так. Я не то что профессионал. Я только учусь. Так, минус здесь или здесь, значит здесь нет. О-о-о! Так, здесь нету. Так, тут или тут здесь мина. И что нам это дает? А ничего. Во. Тоже не сильно продвинулись. Так, здесь или здесь. О, тройки. Так. Тут или тут мина, вот тут мины все. Хорош тупить, видите, там все мины. Блин, сколько же мин, а? Как так можно понатыкать их? Да. Не из простых задачка. Так, ну сюда надо будет заходить с этой стороны, видимо. Так, ну в эту сторону тоже надо как-то попасть. Так, вот здесь, смотрите, у тройки одна мина. Здесь может быть только одна, где-то здесь мина. Так, угол решился. Но, блин, продвижения-то никакого мы не получили от этого. Так, ну хотя. Во! Тройка, твою ж мать. Была бы двойка, все стало бы понятно. А так непонятно. Ну и что? Я в тупике. О, повезло. Во, отлично. Может же. Когда захочет. Так, еще единички. Во как. Ну, в принципе, если вот в левой части карты было много мин, соответственно, в правой части должно быть меньше. Логично.
Поэтому нас так на ускоре-то и поперло, видимо. Ох, как грамотно единички-то попадаются. Так. И опять мы с вами заперлись в безвыходное положение, да? Нет, оно не безвыходное. Да, мы его бомбанули. Мы его разрешили. Так, что тут еще у нас есть? Один, 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 три. О! Нифига себе, здесь мин тоже. Пятерочка! Два. Плохо. Так, мина здесь, либо здесь, здесь нету. Классно-то как получилось. Мне игра подыгрывает. Так, опять. Блять, какой-то геморрой. Так, у двойки здесь. Без вариантов. Пятерка тоже. Тройка. Либо тут, либо тут. Значит, у двойки где-то здесь до хрена еще мин. А может быть здесь? Блин. Так. Это считай 3 единицы, но они подряд идут. Так. Не вижу я пока решения. Так, у тройки две мины. Опять тупик. Да что ж ты будешь делать, а? Дело, что вокруг так все цифры, это правую и левую кнопку вместе нажимаете на цифру. Если у нее все мины отмечены, то все, что нет, ну, все остальные клетки открываются. Настолько сенсейский уровень сапера я не проходил. Гетрел пишет. Пофиг. О. Навоз и ныне там. Так, у пятерки раз, два, три мин, должно быть еще две. А здесь может быть только одна, значит одна мина здесь в любом случае. Ой, единичка спасения мое, господи. Ура. Как классно. Так, пятера. Так, мина, мина. Нету. Здесь две мины. Так.
Еще единичка. Супер. Так, у нас есть все шансы открыть полностью. Чем больше единичек, тем лучше становится сразу. Ой. И этот угол открыли. Здесь единица есть. Тут даже аж шестерка, смотрите, сидела. Последняя цифра, которую я открыл, была шестерка. Ну, долго, конечно, открывал. 597 секунд, многовато. Но все-таки за место был нелегкий.